аудиозапись с аутотренингом стала аутсайдером аудиотеки. А какая аура была у аутентичных аудиофрагментов? Белобородый блогер бывалый блог облагородил. Видеоредактор видео с видеорегистратора увидел и видеофрагмент, видеофильм переформатировал. Сдача графики по графику без графика граффити. Квадриграмм для диаграммы, диаграмма в квадриграмме. Ежу понятно, что ничего не понятно, то, что понятно, только ежу. Объясни ежу, ежу по ежу, объяснит ежу по тебе. ЖЖ – живой журнал о жизни. ЖЖ – журнал из прошлой жизни. Загрузка за загрузкой, за загрузкой – перезагрузка. Интервьюер интервьюируемого интервьюировал и в интерактивную карту интервью интерпретировал. Календарь без календарных праздников не календарится. Куцы-календарь календаристому календарю не глянется. Лайк лайковый, лайкра лайкровая. Лайк за лайкру, лайкра за лайки. О месте в мутном мультиплексе мультинациональной мультипликационной мультимедийности задумался мультипликатор-мультимиллиардер. Не домогают старые медиа век мультимедиа, а новые медиа не до недомогания. Оранжерея оранжевых огоньков, огонь огненных птиц огнем оглушаемый. Пост о посте запостили постный, не пости постный пост в посте на странице поста. Редактор-респондент рубрикой рубил правду матку. Рубил-рубил, да не вырубил. Невырубаемая рубрика у редактора. Слайд за слайдом складируется в слайдер. Собери себе слайдер, славный слайдеровед. Матильда изучала Тильду, Тильда запутала Матильду. Упакуй контент красиво, упаковка – это сила. Факт-чекинг, фактологист фактически зафакапил. Сколько хакеров в хате не хай, поймают хакеры в чатиках хайп. Не хай, хайп, не хай будет. Цифра к цифре, цифра с цифрой. Цифрованный ценитель цифр оцифровывал неоцифровываемое. Четкий чекист чекал чек-лист. Чиркал чекпоинты чернильными черточками. Чек-чек-чек. Сейчас, наверное, будет ужас. Шрифтом широкоформатным шикарный шпион шифровал шпаргалку. А шрифт шипел, шевелился, шуршал, шпион и не давался. Шпион шикал. Шрифт с засечками в заголовках без осечек. Шрифт без осечек в заголовках осечка. А этот шрифт шутлив, этот шрифт для фиф, этот шрифт в русском крив. Шрифт не штифт, штифт не штоф, штоф не шов, шов не вож. Вынгель ведьку, да положь. Yes! Щетинистый щеколь, переполненный счастьем, тащил мешок мультимедиа, приговаривал. Мультимедиа к людям тысячу дней тащу, 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 не упущу. Мультимедийная дива, супермодель, мадемуазель Нинель, заехала в гранд-отель, наметила цель найти в местной прессе нон-парель. На помощь был призван эльфийский эль, с которым модель и села на мель. Цыган-любитель мультимедиа цыкал на мышку, грызущую сыр. Рысью беги с горы не в гору, в гору не с горы. Онлайн-преображение, экспресс-разъяснение, объяснение, объявление. Эксцентричный эксперт с эспрессо экспрессивно экспортирует эксклюзивную экспертизу из Excel. Без UX юзабилити не увидите вы. Языкастый язычник взял языка. Язык язычнику язвит, на японском языке с язычником говорит.